поставили дома парогенератор, как эта штука называется, не помню. Когда мы покупали наше кресло, там то ли в подарок дали, то ли у нас баллы были, тоже фирма Ямагучи. Вроде парогенератор тоже называется. Прикольная такая штукенция. А, увлажнитель воздуха, точно, парогенератор. Ну, у нас хамам, в хамаме тоже парогенератор установлен. Работает так же, принцип такой же. Только там горячий этот пар идет. А здесь холодный пар. Второй день вот уже включаю. Полный бак заливаю весь день до самой ночи. Вот так вот работает. И заливаю сюда чистую воду из осмоса, отфильтрованную. Я сначала думал, здесь будет типа мокро. Ну, так как вот весь день работает. Нифига. Вообще ни капельки, нигде вот здесь вот нету влажности какой-то прям. Ну, то, что весь день работает. Такой какой-то сухой пар прикольный. Ну, как сухой, конечно, говорить неправильно, но нету такого, что у вас прям, знаете, влага. Воды нету. Такой очень на микро-микро частицы эта вода. И классно, вот получается мы зима, отопление работает, и дома воздух все-таки от отопления суховатый. Но так прикольно. Сейчас у нас тут пашет. Несколько лет эта штука лежала, мы больно ее не использовали, а сейчас нашли применение. Или нет, мне надо взбить. А Оля делает пирог, будет делать. Это какой там? Запеканка. Запеканка? С бананом. Сейчас я Еще Оля будет рыбный пирог делать, два пирога, да? Если тесто найду сейчас, если не найду, то придется, наверное, поставить какое-нибудь. Ну, что-то экспериментировать не будет. Да нет, ладно. Я хочу Алвина спросить тесто. Она делала пирожки такие красивые на канале «Семья Борисовых». И такие прям классные пирожки у нее, пышные в духовке получились. И я вот у нее хочу спросить этот тесто. И из этого теста не пирожки, а пирог попробовать сделать. Вот. Если она мне сейчас ответит, я ей позвоню, тогда сделаю. Или а это тесто. Что? А это, когда мне надо худеть, когда лето на носу. Короче, здесь такие рецепты, они низкокалорийные. Я так стопочки, короче, собираю. Вот. И, в принципе, можно готовить отсюда что-нибудь. Ничего себе. Вот. А тут у меня вообще диета есть прям вот на месяц. Да? Да. Так вот, развлекаюсь чуть-чуть. Ну, запеканка мне вот это очень нравится. Она получается с бананом. Тут овсяная мука. Тут ну, буквально 4 столовые ложки. И Эдгар, ну, эту запеканку не особо любит. Но она такая. С бананом. Вот. Ну, ему... Я больше рыбный пирог люблю, ему когда он делает. Мясное такое. Да. А это когда хочется сладкое. Я вот что-то шоколад стала кушать. Мы в метро его много купили. И я знаю, что у меня есть шоколад. И начинаю его есть. И не могу остановиться. Лучше я съем вот такой вот творожный этот сладкий. Угу. И остановлюсь. Тогда не надо покупать шоколад. Сказать. Ну вот тут мы на подарок уже подарили одну шоколадку, я в гости ходила, тоже брала. То есть он все равно в любом случае пригождается. Угу. Вот. Где-то я тут дома кушаю, хожу с Миланой. Так что шоколада много не бывает. Ну и бывает. Угу. А на улице у нас очень сильно пару дней прям метет.
Смотрите, какие горы тут образовались. Мощненько замело во все теплицы. Короче, заметает. Второй день уже сильный снег. И ближе к вечеру начинает уже сам... этот сильный ветер, снег говорю. Вьюга. И вот начинает закручивать от соседей. Снег сюда накидывает, и тут получается вот такая гора. От нас где-то соседям накидывает туда. Вот. Формируются такие вот хребты. Вытаскиваю. А масло? Да, два кусочка положила. Там же расплавится и все. Нет, короче, он так не это. Поторопилась я. В принципе, без масла она очень вкусная. Вообще, в рецепте, кстати, масла не было. Прям не судьба мне масло положить. Потому что это диетическая такая, типа, запеканка. Вот. Можете сделать пальцем вот так вот, но я уж не буду. А то сейчас комментарии там будут. Можно. Целая куча. Мы сейчас сделали смузи. Вот, наконец-то мы нашли для себя новую фишечку. Смузи называется. Я это называю больше коктейль. Вот берем молоко, берем ягоды, все смешиваем. И у нас полезная штука, особенно зимой. В смузике используете вот ягоды, которые летом выращиваете. Особенно клубника, очень классная штука. Я первый год клубнику мы просто так кушали. Потом... следующий год мы что-то не захотели, мы больше малину ели. В этом году заморожено ни клубнику, ни малину, ни я, ни Милан, никто вот просто так не ест ложками. И вот в этом году мы нашли применение, это вот коктейль, да. Смузи. Вообще классная штука это. Угу. Просто берете молоко, берете вот там бананы. Особенно бананы придают этот такой прикольный вкус. Клубника, банан и молоко. Получается вообще очень-очень вкусно. Бабльгам, бублигум. Вкус такой очень классный. Вот, туда можно еще добавлять всякие ягоды. Голубика, черника. Вот. Мы даже крыжовник перепутали, один раз добавили. Да, Оля перекрутила крыжовник тоже такой же штукой. Сделала как кашеобразную ее желе, без сахара, без ничего, просто крыжовник перекрученный. И вот заморозила тоже. А я беру, короче, добавляю и думаю, что это клубника. И потом такой кисленький вкус какой-то, но он ну так себе, короче, вот это. И язык по бокам чуть-чуть щиплет. Еще много так добавляю, думаю, что это клубника. И потом только поняли, что почему такой, говорю, кислый этот вкус, потому что должен быть вкус бабльгам вот этот. Там вкус был даже не кислый, а язык щипало. Да. Вот. Даже и... кисленько можно было пить, но... Да, немножко пощипывание языка было, и еще эти косточки попадали. Косточки, да. Я думаю, что за косточки, откуда они взялись, мелкие. В итоге, оказывается, Оля говорит, а, типа, я же этот крыжовник подготовила на зиму. И он, это похоже, прям, как будто это клубника, вот, прям копия. Красный такой крыжовник, у нас темный был, да. Сладкий такой, вкусный. И вот, и в принципе, не отличается, как бы, по виду. Вот из-за этого нужно вот эти наклеечки клеить и подписывать. А я что-то в этот, ну, делала, вот, силиконовые формочки, потом вытаскивала и в мешочек. И вот это...
мешочек отдельно поставила и забыла, что это крыжовник. И в итоге вот мы крыжовник тоже покушали. Так что делайте смузики. Отличная штука. Очень советую летом подготовиться именно к зиме, чтобы можно было это делать. Мы в этом году, я думаю, что сделаем еще больше плантации клубники. Соберем больше клубники. Нет, я клубнику вживую, ну так, не любитель. А вот именно зимой, офигенно. И вот голубика, черника. Офигенные штуки такие. Еще жимолость. Жимолость, вот, блин, жимолость вообще. Вообще прям и цвет, и вкус. Да. Там мы будем больше жимолости выращивать и клубники. Это самые ходовые. Такие бомбические вещи для смузи зимой. Это вообще круто. Берете клубнику, жимолость, бананы, например. Дальше здесь не будет бананы, молока. Да, у нас еще деревенское молоко. И все это... И это все холодненько, когда делаете, оно охлаждается. И получается очень крутая штука. Очень полезная, питательная, особенно зимой. Вот. Мы сделали. Вот у нас сейчас лежит. Здесь есть черника, голубика, клубника, банан, орехи, изюм. Я даже орехи не заметила. Да, тут орехи и изюм. Черный и желтый изюм. Вот. Все между делом вот перемешано, вот пьете. Так лежит это все. Вот. Никто не ест, вот никто изюм не ест. Вот. Ну, вот одну штучку только можно. Короче, люди зажрались вообще, вот просто вот реально зажрались. Вот я бы в детстве вот изюм, ты че, блин, изюм там что-нибудь, орехи. А сейчас вообще вот лежит, никто не кушает вообще, вон. Смотрите, вот у нас чернослив или как это называется. Да, чернослив есть. Есть вот такие вот штуки. Вот изюмы всякие. Нафиг не надо. Вот сюда. Курагу будешь? Классная штука. Попробуй одну. Нет? Там еще есть смузики. Можешь брать. Гулять, давай покушаем. Давай покушаем. Да. Будешь, ты салат только ела? Да. Ну, коктейль еще говоришь. А что ж ты ничего не говоришь? Ну, вот салат поела, коктейль потом. Хлеб. Да. И мне тоже сделаешь? Сюда? Два котлетуса. Угу. Да, Милан? Да. Вот такие вот котлетусы Оля сделала, прикольные. Купили вот такой соус, называется йогурт. Йогурт! Йогурт? На английском йогурт, конечно, странно так пишется. Йогурт. Йогхарт. Йогурт. И нету. Соус салатный, с ароматными травами. Сделано в Германии. Короче, прикольненький такой, да, Милан? Тебе нравится? Да. Очень вкусно. И огурчики вот мы тоже брали. Маринованные. Фирма «Скатерть Самобранка». Тоже хорошие огурцы. Тоже мне нравятся. Хрустящие, прикольные огурцы. Я думаю, это бабушка не его. Нет, это вот в метро купили. Нормальные такие огурцы. Алюминиевые огурцы. О-о-о. Вот. Очень прикольные. Интересно, это вручную делают? Хрустящие. Не знаю. А, вот еще сыр, кстати. Вторую банку едим. Кантарку. Вот тоже фирма «Президент». Брынза. Очень советую. Классная штука. Мы делали еще салат. Капусту китайскую. И туда целую пачку вот таких, такого вот сыра добавили.
перемешали, и получился вообще крутяк. Вот, и мы отсюда это все дело едим. Брынза. Такой в меру солененькая, прикольная штука. Как раз то, что надо. Да, Милан? Хорошо. Да, Оля? Да. Все, ну кушай. Оля сделала вот такой вот бомбический пирог. А это с чем, Оль? С рисом, ты спросил. А, вот рыбный, да? Да. Офигеть. Какой красивый. Тесто у Алвины завтра будет на канале. Она сказала, как она его готовит. Она мне, короче, сегодня прислала. И ждет, пока ей отвечу. Она из этого теста делает пирожки, а я ленивая. Я просто пирог сделала, и вот она говорит, напиши мне, типа, как там, пропеклось, не пропеклось. Сейчас Эдгар будет пробовать. Угу. Вот. Офигенно. А это? А это моя твоя творожная запеканка с бананом на овсяной муке. Вот это да. Сейчас будем с чаем это все дело. Пахнет так вкусно, да? Прям. Ну... Обалденно. Свое тесто, конечно, намного вкуснее, ну как-то вот пахнет, чем магазинное. Сейчас будем нарезать пирог и пробовать его. Я туда добавила тунец и еще рыбу, скумбрию в этом соусе унаги. Потому что у нас все остальные рыбки закончились. Но я думаю, что это такое немножко на суши будет похоже, потому что в наги соус там есть. У нас еще разогревается Олен борщ. Вроде борщ. Это не борщ. Ну, суп, короче, офигенно. Возьму. Нарежешься. Пропекся? Можно посмотреть. Ах, офигенно, вот это. Это толстый. Слой шоколада. Офигенно, прям. Горячая только. Достань это. Все пропеклось. Хлеб прям поднялся офигенно. Такая сверху корочка получилась классная. Хлеб прям этот, такой булочный, вот мягкий этот, вздутый, или как он там называется? Вздобный, воздушный. Пушистый. Вздобный, да. Это с чем? С мясом? С рыбой. А, рыба. Ну там не просто рыба, а который вот есть же унаги и еще тунец. Угу. Горячий, наверное, чтобы чуть-чуть постояло. Остыло чуть-чуть. Угу. Да, обжигает маленечко, обламывает. Охота прям уже кушать, а вот то, что горячее, маленько обломно. Так что хлеб получился просто шикарный, великолепный. Можно даже посмотреть, вот он. Пористый и воздушный, с корочкой. И прикольно то, что его много. Чуть-чуть на армянский мадам каш похож даже, кстати. Реально на армянский хлеб похож. Ну что, Алвина, вообще... спасибо за рецепт теста. Да, ты армянский хлеб взяла и сделала. И булки. Надо вот такой хлеб делать дома еще. Я как раз думаю, как этот мадам каш сделать. А вот у меня сестра двоюродная. Вообще не армянка, чисто русская. Ну, не чисто. Чисто. Ну, имеется в виду там латыши, белорусы замес. Как и у меня тоже. Но она сделала армянский хлеб. Да, рецепт будет на ее канале «Семья Борисовых». Так, подписывайтесь, что, смотрите опять? Завтра. Ждешь, нет, что? Не завтра. Ну, я не знаю, когда Эдгар выложит это видео. В общем, у нее там будет рецепт. И это же тесто она использует для булочек-сердечек. В общем, в следующий раз тогда попробую я еще и сердечки сделать. Тарелочку давай. Сейчас мы еще сыну. Тут вообще можно объесться, да? Не знаю.
Ты у вас аппетит при этом... хороший. Кстати, вот эта громовка у нее будет на канале. Же. Это вот как раз на большой пирог. Так, ты будешь? Не такой кусочек. Эдин, положи тогда. Ну, нарежем там. Вот, да. Все, всем приятного аппетита.